Ну что, вот и пришло время с вами поговорить на тему текущего мироустройства. Чего ждать, куда инвестировать и какие акции покупать. Поехали. Мне нравится, как сейчас много повылазило пропагандистов, прогнозистов, которые хоронят одно государство, рекомендуют акции другого государства. Но проблема заключается в том, что проблемы сейчас везде. И я хочу сказать, что даже не проблемы, а проблемище. И текущие рынки надо рассматривать не с точки зрения перспективности, да, а с точки зрения, где меньше проблем. Вот. Может быть, сначала это, сейчас это не кажется тривиальным, но так это и есть. В предыдущих роликах, где мы с вами обсуждали перспективы курсов валют, мы с вами частично касались этой истории, поэтому рекомендую пересмотреть этот ролик. И я хочу сказать, что отчасти курс валюты или, в принципе, состояние валюты — это отражение экономики. И теперь давайте посмотрим на то, а куда же все-таки инвестировать. Во-первых, я сразу скажу дисклеймер, да, что ключевым оружием или ключевым фундаментом любого инвестора для сохранения и сбережения капитала является диверсификация. Это заезженное слово, да, я знаю, но почему-то все его забывают. Чуть позже мы в роликах будем беседовать на тему уроков. И давайте сегодня посмотрим. Я вижу сейчас одну такую интересную закономерность, когда очень много людей, очень много капиталов потекло именно в экономику Соединенных Штатов Америки. То есть начали покупать акции, облигации, доллары. Причем это касается не только инвесторов с России, но и, соответственно, из Европы в том числе. Причем это даже объясняется, если мы будем брать российский фондовый рынок, то оборот зарубежными акциями на Санкт-Петербургской бирже был гораздо-гораздо выше, чем на Московской бирже, то есть российскими акциями. И получается вот такая вот занятная история, да, что все сейчас бегут в Америку, надеясь, что там ничего не случится. Но давайте посмотрим с другой стороны. А так ли устойчива экономика Соединенных Штатов Америки? Я сейчас не хороню доллар, и я не пытаюсь там армагеддонить, я лишь просто говорю о том, что экономике Соединенных Штатов Америки есть свои проблемы. И первая проблема — это, естественно, скажем так, дедоларизация. Они много лет говорили, но только сейчас мы видим, что начинаются какие-то реальные шаги в сторону ухода от расчетов именно в долларах. Но, как я и говорил в ролике про валюты, сами расчеты в национальных валютах особо не являются там сверхсильной угрозой для именно евро-долларовой системы, с той точки зрения, что все равно как бы товар и сырье будут котироваться именно в евро и в долларах. А вот начало котирования там той же нефти в юанях, газа в рублях, удобрений в рублях, там полупроводниковой продукции в юанях, вот это уже, естественно, является достаточно сильным ударом по вот этой долларовой системе, потому что тогда не нужно хранить свои резервы где-то там, которые могут заморозить. И в данном случае мы понимаем, что ведь тогда и Америке нет смысла держать свой доллар крепким. То есть у нее большой долг. И чтобы когда-то еще давно на канале я писал о том, что текущая там система себя уже изжила. Это был еще 18-19 год. И я говорю, что рано или поздно она придет к своему завершению. И ключевым вопросом, за счет чего может Америка решить, Европа в том числе, проблему своего высокого там государственного долга и так далее, это либо дикая инфляция, то есть когда инфляция просто сожрет их долг, либо же война, да, глобальная большая война, где они опять выйдут, скажем так, победителями. Вот. Естественно, глобальная большая война, как там, в 41-м, в текущем мире она маловероятна по одной простой причине, что тогда, собственно, и мира может не остаться. А вот экономическая война, она уже сейчас в полной мере идет, и, естественно, тот, кто победит, займет первенство. Я сейчас говорю, конечно же, не о России, я говорю о союзах, и, соответственно, мы договорились рассмотреть в этом ролике именно перспективы. Так вот, возвращаясь к экономике Америки. Большой госдолг, огромное количество компаний-зомби. Я попробую найти график. То есть последние годы в Америке очень сильно выросло количество компаний-зомби. Это компании, которые работают в убыток и просто наращивают долговую нагрузку. То есть вы просто понимаете, да, что ВВП Америки там 21 триллион, например, да? Но дутых компаний вот этих там тоже огромное количество. То есть, соответственно, получается, что они как бы работают, они делают, создают ВВП, но при этом они глубоко убыточны. Но ВВП-то они создают, то есть создается видимость роста ВВП. И как многие рассказывают о том, что доллар подкреплен американской экономикой, надежностью, безопасностью и так далее. А я хочу сказать, что да, и это тоже да, но не совсем нет. То есть если вы будете так думать, то вы себя загоняете в ловушку. И получается такая история, что в Америке большой госдолг, огромнейший дефицит бюджета. То есть, чтобы вы понимали, в 2020 и 2021 году дефицит бюджета в Америке там составлял триллионы долларов. На текущий момент дефицит бюджета там около нескольких сотен миллиардов долларов. То есть
они тратят больше, чем получают. И последние там несколько десятилетий им это сходило с рук по одной простой причине, что доллар был основной валютой расчетов, резервов. То есть, ну, вот представляете, да, что у всего мира, то есть американцы выпускают свой долг исключительно в долларах. Удобно. Да? И, соответственно, чтобы выпустить свой долг, у них его кто-то должен был купить. Вы, как экспортер, импортер, так как все рассчитывается в долларах, металлы, нефть, зерно и так далее, вы обязаны хранить свои там резервы, накопления на случай там кризиса, чтобы иметь возможность расплатиться, да, по своим обязательствам и так далее. Но просто хранить в кэше, как я вам сказал, это глупо, потому что инфляция все равно так или иначе есть, они будут дешеветь, деньги, и вы размещаете, ну, если доллары, то вам самое надежное размещение, естественно, это не депозиты, это трежерис. И вы покупаете трежерис. Это американский долг. Естественно, спрос на американский долг был большой, и они таким образом могли себе позволить его беспрецедентный рост. И таким образом получается, что весь рост Европы, Америки, да, за последние 20 лет, причем в большей степени, я хочу сказать, что Америки, произошел именно благодаря вот этой истории. А сейчас, когда были созданы опасные прецеденты, ведь задумайтесь, что Китай является одним из ключевых держателей государственного долга Соединенных Штатов Америки. Но с 2014 года он перестал наращивать государственный долг и даже потихонечку начинает сокращать. Естественно, вы должны понимать, что Китай не может просто махом взять и распродать долг. Это Россия могла, да, потому что там санкции и все прочее. Ну, были причины для этого. А Китай не может, потому что это будет когда очень подозрительно. И таким образом он как бы продолжает держать этот долг, но это вот к вопросу, да, почему американцы так жили хорошо и почему так выросли. Потому что был спрос, туда текли деньги, они занимали, вкладывали в экономику, и все разбухало. А сейчас получается, что создаются опасные прецеденты, что может начать торговаться в другой валюте, что перестанут занимать, и получается такая штука, что если у них перестанут занимать, а как у них дефицит бюджета, где они будут искать деньги на то, чтобы гасить этот долг? И у меня нет ответа на этот вопрос. И я клоню не к тому, что, да, нужно бежать. У многих может возникнуть вопрос дефолт. Нет, дефолта не будет по одной простой причине, что долг в долларах у американцев печатные станки. Напечатают столько, сколько нужно. Вопрос только, что будет с долларом. И мы с вами прекрасно понимаем, что им-то уже на тот момент будет все равно, что будет с долларом. Ведь они-то уже не резервные, ну, скажем так, не резервная валюта. И я не говорю, что так будет, но это один из сценариев. И мы понимаем что с вами, да, что любая система, которая была там старая или новая, прежде чем станет новая, старая должна разрушиться. И это не всегда очень приятный процесс. Естественно, никто не хочет терять такое лидерство и так далее. И будет биться до последнего. И понимаете проблему? Вот Рэй Далио тоже на днях тоже выпустил ролик. В телеграм-канале у меня есть, опубликованный, рекомендую тоже посмотреть. Про циклы, да, смены лидеров. Мы сейчас не в уникальное время живем. Такое было и раньше. С Голландией, с Англией, потом вот пришла Америка, да. Скорее всего, следующим лидером станет Китай, то есть они очень похожи. И все эти смены всегда проходили коллапсом, жуткими кризисами. И мы сейчас добавим к этому всему, вот Америка, она же не одна. Естественно, такая же плохая и шаткая ситуация в Европе, где в 2014 году были проблемы с Грецией, а Испанию взять, там же люто вообще, там просто экономики, считайте, практически нет, там огромнейший госдолг. И если бы не вливание ЕЦБ, уже давно был дефолт. Там одна Германия только с Англией вытягивали, да, весь Евросоюз. Возьмем сейчас текущую ситуацию. Получается, какая история? Газ в потолке, удобрения в космосе, пшеница в космосе. А это основные поставщики этого всего. Россия, Украина, Беларусь. И логично, да, получается, теперь давайте просто мыслить логически. Типа вот Volkswagen там ушел с России и так далее. Просто потому, что они не могут, у них нет ни сырья, цепочки все сырьевые сбиты. Ну, то есть вот COVID, да, он сбил логистические цепочки. А текущая обстановка, она сбила вообще все. Понимаете, что для двух сторон закрыто небо над целым материком. То есть Россия занимает половину материка, и над ней нельзя летать. То есть это, представляете, какие издержки для грузовых транспортных компаний, и что это нужно все перестраивать, и это все будет входить в цену. А еще помимо того, что у них удлинился маршрут, нефть выросла. Посмотрите на авиакеросин, график его, он же тоже в космосе. Получается такая история, что на текущий момент, да, если кто-то думает, что они повышением ставки решат вопрос с инфляцией, то я в этом очень-очень сомневаюсь. Это может привести просто к огромному дефляционному шоку. Почему? Потому что поднятие ставки приведет к тому, что люди начнут тратить меньше, начнут просто массово банкротиться вот эти компании-зомби, пойдет жуткий обвал, при этом, соответственно, упадет сильно цены, ну, пойдет сильный дефляционный шок, но самой же ситуация-то не изменит. И дальше, соответственно, сырье-то все равно останется на прежнем уровне, на максимумах. С точки зрения цепочек и так далее. И это мы только разобрали только сырье, с точки зрения там газа. Потому что, допустим, вот европейцы там все кичатся, мы откажемся от российского газа. А давайте посмотрим просто вот на распределение сил, энергоресурсов, кто основные поставщики в Европу.
Россия занимает там около, поставляет 200 миллиардов кубометров газа в Европу, и это занимает, это составляет около там 40% от общего потребления Европейского Союза. Ну, в какой-то стране больше, в какой-то меньше, где-то 100%, где-то 20, где-то 36, но в среднем по больнице 40%. 200 миллиардов кубометров газа. И если они сейчас отказываются от этого газа, а у них хранилище заполнено там процентов на 20, Америка из этих 200 сможет им перекрыть, ну, 15, ну, 10%, да? Где они еще будут искать 180? Хорошо, там, Катар. Ну, учитывая, что вы же не забывайте, что долгосрочные контракты, то есть, грубо говоря, насколько я знаю, у американцев были контракты с Азией. Вот они возили СПГ свою в Азию, потом они решили забить на это все, ведь ничего личного, только бизнес, и повезли в дорогой газ в Европу. Да, ну, как я и сказал, полностью они не перекроют объемы поставки России. И другой момент, что дешевле, газ по трубе или газ танкерами? Ладно, там американцы могут нарастить там еще СПГ, но чтобы его в больше возить, им же получается, во-первых, газ подорожал, стоимость доставки дороже, плюс еще и сам СПГ дороже. То есть получается, естественно, что, ну, как бы газ в СПГ дороже, чем по трубе. И предположим, что, окей, заменяют его, да, там Катар, предположим, что вдруг там что-то придумал, там, да, Иран открыли и так далее. И вот в Европе нашелся, например, газ. Но он будет раза в 4 дороже, чем он мог бы идти по трубе. А в 4 раза дороже газ – это менее конкурентоспособное производство. То есть получается, что все производство в Европейском Союзе становится невыгодно при такой стоимости энергоресурсов. Что будет с производством? Большой-большой вопрос. Я к чему веду? Я веду к тому, что, ну, то есть вот этот весь обзор, да, чтобы вы понимали, что проблема не только в России. И что, допустим, в России с точки зрения, да, именно процессов и экономики все не так плохо. На самом деле, потому что нет долга, он отрицательный. И по дефолту мы с вами говорили, да, что его бояться не стоит, есть ролик на канале, рекомендую пересмотреть, что профицит бюджета, да, что ключевая основа экономики – это сырье. Ну, то есть, чтобы ваш iPhone произвести, нужно сырье, нужен газ, нефть. Вы понимаете, рынок, он ну, конечен, да, вот у нас земля, больше никого нет, да, то есть замкнутая система. И невозможно исключить ключевого игрока из этого рынка, то есть его должен кто-то возместить, компенсировать. Потому что спрос на сырье постоянный и даже растет, то есть производственные мощности нужно поддерживать, там отопление, да, там еду производить, удобрения и так далее, то есть, а этого никто не может сделать. То есть, ну, я же говорю, американцы там немножко нарастят. Более того, кто-то говорит там, за Венесуэлу, Иран. Там убитые отрасли нефти и газа настолько, хотя и Венесуэла, и Иран, кстати, это одни из ключевых игроков по запасам нефти. И обратите внимание, не просто так вокруг них идет борьба, не просто так там санкции накладывают, да, то есть сдерживают. Два ключевых игрока по запасам нефти. Тоже рекомендую залезть, посмотреть, все доступная история. И вы поймете и удивитесь, что, оказывается, мир не настолько прост, как вам кажется. Поэтому, соответственно, Россия там свои интересы в Иране тоже, да, решает. И в Венесуэле свои интересы решает, да, с точки зрения поддержки там правительства, инвестиций, да, если копнуть поглубже. И получается такая история, что без сырья и не может произвестись ни один iPhone. А если нет сырья, допустим, там нет электричества, там и машин и так далее. То есть получается такая история, что с точки зрения именно обустройства экономики, да, то, что сейчас складывается, мне картинка видится очень и очень печальной. То есть меня на самом деле очень настораживают текущие риски, и я считаю, что в текущих условиях будет разумно держать и хеджировать свои инвестиции с точки зрения акций. С точки зрения облигаций, я думаю, что текущее время достаточно опасно. То есть, если вот до всей этой ситуации, которая развилась 24 февраля, ну, вызванная инфляцией, там, ковидом, я считал, что она сойдет на нет по одной простой причине, что цепочки отладятся. Ну, логично, да, то есть, ограничения снимут, и все опять будет летать, как и было. В текущих условиях у меня нет такой уверенности. И я не готов ставить деньги на прогнозы о том, что, допустим, все будет как раньше. А если не будет? А вот если не будет, тогда инфляция сожрет то, что у вас в облигациях. Другой вопрос, как будет поступать правительство, например? Повысит ли высокопроцентную ставку или не повысит? Насколько высоко повысит? А если потом будет рецессия, понизит? А как они могут понизить, если инфляция высокая? А будут ли они печатать деньги? Очень много вопросов, как вы понимаете. И получается такая история, что на текущий момент облигации скорее опасны, да, чем полезны, особенно долгосрочные. Поэтому мы с них сейчас планируем выходить. Но это опять-таки не является рекомендацией. Просто я вам хочу донести вот этим роликом, чтобы вы понимали, что в текущих условиях сложно делать какие-то прогнозы. А что же тогда следует делать и каким образом поступать? Кто-то говорит о том, что купи-держи сейчас не работает. И как раз вот то время, когда нужно там использовать нечто другое. Но я хочу, ну там, допустим, там арбитражные стратегии или же какие-нибудь спекуляции. Про арбитражные стратегии мы с вами поговорим в ролике про ошибки и уроки, да, текущего кризиса. А вот про спекуляции, на самом деле, когда вот представьте, вот бушует море. Кто из ныне живущих знает, как будут развиваться события? Кто может предсказать, как будет действовать то или иное государство?
А делая ставку или спекулируя там стопы, обычно вероятность, которая против вас за счет комиссии и прочего. Понимаете, когда ты купил, сбалансировал себе портфель с учетом новых рисков, держишь, да, он может просесть. Но если ты его грамотно сформировал под срок и горизонт, то тебе без разницы. Ну, сегодня просел, завтра вырос. Просто используя хедж, это немножко порежет, например, доходность, если вдруг ничего не произойдет, но компенсирует тебе просадку. Каким образом хеджироваться? У нас есть на канале ролик про защитные активы, где мы четко разбираем, какие защитные активы есть на рынке и как ими пользоваться. Рекомендую посмотреть. Но купи и держи, да, ты взял, все, сформировал и ребалансируешь. То есть ты знаешь, что, ну, глобально можем быть уверены, что экономика там и предприятия Америки никуда не денутся. Да, их может быть ждать долго рецессии, может быть что угодно, да, но она никуда не денется на нужном горизонте. Да, мы знаем, что экономика Китая никуда не денется, экономика России никуда не денется. Экономика Европы никуда, ну, я имею в виду ключевых игроков, там, Германия и Англия, да, никуда не денется. Бразилия, там, Индия, то есть они все останутся. И в данном случае нужно сформировать грамотно портфель из активов. То есть я считаю, что в текущих условиях удерживание именно облигаций становится достаточно опасным, потому что, я же говорю, в свете нависшего большого государственного долга, инфляции и всего прочего, это скорее вред, чем польза. И проблема в том, что неизвестно, когда стрельнет. Понимаете, за последнее время произошло слишком много ситуаций. То есть вот когда все говорят, что «Да нет, этого не может быть». «Нет, нет, нет! Этого не может быть!» Нефть в отрицательной зоне. Но это уж не может быть. Но минус 47 долларов было. Американцы, когда там говорили, да, что Россия вторгнется в Украину. Этого не может быть! Я лично сидел и... Не может быть! Спецоперация. Когда, вот им еще года три назад, когда мне кто-то бы сказал, что «Слушай, чувак, ты не сможешь полететь в соседнюю страну, там, я не знаю, в Чехию, к друзьям». «Да этого не мог! Да как? У меня Шенген есть! Да этого не может быть!» Приветики. Что там еще не может быть у вас? Что Америка не может, я не знаю, там, упасть, уйти в рецессию при Total Market Cap к ВВП 175%, точнее даже уже 190%, да? Или КП 39%? Или чего не может быть в текущем мире, я не знаю. Или, допустим, вот не резидент, да, вот ты покупаешь российские акции. Ты не сможешь вывести деньги? Да нет, это никак-то я не смогу вывести деньги. Опа, не можешь вывести деньги. И таких историй на самом деле может быть много, поэтому в текущих условиях, еще раз повторюсь, не стоит делать прогнозы и ставить на них свои деньги. Ключевое, главное решение, которое вы должны сейчас для себя понять, это сохранить свой капитал и свои накопления вы можете только покупая активы, акции, недвижимость и криптовалюта. Их комбинирование сейчас зависит от того, какая ваша цель и задача, и ее горизонт. И в зависимости от этого вы готовите себе грамотное наполнение с точки зрения инструментов, и, соответственно, лучшее решение остается до сих пор купи и держи. То есть, наоборот, вот, допустим, там, последние годы, которые там были, там, 2009-2010 года, возможно было спекулировать, потому что рынки были растущие, и цена ошибки у вас была бы низкая. А когда у вас бурлящее море, то вы с большой вероятностью будете терять, как и большинство управляющих. В любом случае, мы можем долго говорить на эту тему, потому что это я коснулся только лишь небольшой частички, да, того, что на поверхности. А на самом же деле вот этот макроанализ, он гораздо шире, гораздо глубже. И это мы еще не коснулись, кстати, да, за Китай забыли сказать. Если вы думаете, что по окончанию ситуации, которая началась в феврале этого года, все образумится и вернется к прежней жизни, я вас огорчу. Почему огорчу? Потому что на нашу сцену, на это представление, еще не вышел Китай. Ведь у него тоже есть одна из ведущих ролей в этом спектакле. И эта карта еще не была разыграна. Что за карта? Китай-Тайвань. И я напомню, что когда был Трамп, между США и Китаем были якобы товарные войны. Но это было прощупывание почвы. Ведь вы понимаете, что экспорт Китая в Америку составляет 700 миллиардов долларов в год. Это не копеечки. Это 700 миллиардов долларов в год. И Китай на текущий момент единственная страна, которая может жестко ответить Соединенным Штатам Америки. И большой вопрос, как будет развиваться игра здесь. И каким образом будут лететь щепки, и кто выйдет из этой игры победителем. И самое ключевое, когда? На вопрос, да, о том, что там, Америка и какие у нее там проблемы. Большинство того, что производится в мире, полупроводников, техники, оборудования, вещей, я думаю, ни для кого не секрет, производится в основном в Китае. Ну, сейчас потихоньку там начали открывать производство там, Вьетнам, Индия, Индонезия. Но в основном Китай это была и остается глобальная фабрика. И получается такая история, что сейчас, допустим, взять тот же iPhone. Он в основном производится в Китае. Но чтобы произвести iPhone, Китаю нужна энергия и сырье. Привет, Россия! Вот, да, потому что Китай основной потребитель нефти. То есть получается, чтобы ваш iPhone американский произвели, нужна Китай и Россия. Хорошо, кто-то может сказать, что вот сейчас перенесут заводы в Америку. Но проблема в том, что безработица в Америке на текущий момент 3%, что-то вроде этого. И чтобы ей перенести заводы, которые сейчас
решают огромное количество потребностей вот американских потребителей в продукции, в электронике и прочем, где они возьмут работающих людей? Потому что остались бомжи и алкоголики. Человеческий ресурс. Где они возьмут? В Китае 1,2 миллиарда или 1,3 миллиарда человек. В Америке 300 миллионов. Где они чисто физически не найдут людей? Потому что все уже работают. Кто кого уберут? Я не знаю, банковский сектор сократят, скажут, идите на завод? Или кого там уберут? Чисто физически нет людей. Поэтому вот так идет распределение сил. То есть чисто физически страна сама по себе, да, не может полностью себя реализовать именно в своих потребностях, там, с точки зрения заводов и так далее. Да? То есть в какой-то мере может, но не в полной. То есть в любом случае, как минимум, там человеческого ресурса не хватит. Сколько бы у тебя денег не было, ну где ты людей найдешь, чтобы работать? Вот, пожалуйста, Китай. И Индия такая же страна, да, то есть там много людей, но пока нет технологий, да, как бы ресурсы тоже вот Россия, там, да, Пакистан, Иран и так далее, а технологий пока нет. Но я думаю, это пока. Ну вот Индия, да, с человеческим ресурсом, да, вот, грубо говоря, Азия это и есть основной поставщик именно человеческих ресурсов для производства с точки зрения там мирового потребления. Поэтому мировая экономика, она несколько сложнее, чем кажется, и на текущий момент делать ставку на какую-то конкретную страну, допустим, ту же Америку, я бы не стал. Потому что вы сами себя, помните, да, диверсификация нужна. Вы сами себя загоните в ловушку. А что если то, что вот мы озвучили раньше? Что если? Что вы будете делать? Бегать? Вот почему я говорю, что бегать не поможет, а спекуляция — это именно бегать. Ну вот купили там сейчас по 160 долларов к рублю. Хотя я 3 недели назад говорил, что не надо этого делать. То есть по факту я сейчас мог... Здесь нет, да, крутящего стула, как в этом шоу, значит. Бам! Типа я же говорил, что там рубль укрепится там до 83. Вот, пожалуйста. Сейчас, конечно, не так все ясно. В ролике мы с вами разобрались, ну, по поводу перспектив там доллара или рубля. Вот, но сам факт. И поэтому, соответственно, строить свои инвестиции на прогнозах или каких-то вот этих моментах, вы сами себя будете загонять в ловушку. То есть если это ваш... целевой капитал, который вам нужен, то купи и держи — это единственное верное решение. И в текущих условиях просто нужно грамотно подобрать аллокацию и использовать, возможно, хедж. Какой хедж? Это уже все зависит от вашего портфеля, капитала и прочих возможностей. А если же это ваши свободные деньги, то вот как раз-таки сейчас, когда начнется эта катавасия, а я сомневаюсь, что это очень быстро закончится, да, по одной простой причине, что если сейчас экономика мировая не выдержит, она потрещит просто дикими швами. Проблем накопилось везде огромное количество и огромное множество. Естественно, как я и сказал, там, да, даже Китай еще не вступил, хотя у них тоже есть свои разногласия с Соединенными Штатами Америки. Но, скорее всего, просто пока еще не время или не готовы. Хотя, опять-таки, вспомните, в январе Блумберг, американцы, Байден тоже чуть ли не через день рассказывали, что вот Россия в феврале вторгнется. Россия там 16-го вторгнется. Потом типа, все ржали такие, ха-ха-ха, хи-хи-ха-ху. Сейчас не смешно, конечно, да? Вот, это просто истерическое. Такие же новости идут сейчас, что Китай в сентябре планировал захватить Тайвань. Шутки шутками. Да уже не смешно. Поэтому, собственно, возвращаясь к теме, да, что ответов в текущем мире на эти сложные вопросы нет. Сидеть на кэше опасно. Ну, вы сейчас накупили доллары, что вы с ними будете делать? Они инфлируют. Как я и сказал, да, если вдруг будет какой-то коллапс, они напечатают еще, и ваш доллар абсолютно спокойно может обесцениться в 2-3 раза за там, полгода. Еще скажите, что это невозможно. Я вам напомню за отрицательную нефть и за все прочее. Сидеть в юанях – это та же история. Нет сейчас надежного решения. Единственное надежное решение – это грамотно распределить капитал по юрисдикциям, там, по активам, по даже классам активов, там, используя там, ту же криптовалюту, о которой тоже у нас ролики есть, да, на канале. Это единственное верное решение на текущий момент. И имея свободный капитал, нужно быть готовым, потому что понятное дело, что во время любого кризиса, любой войны, да, не спроса говорится, когда на улицах льется кровь, хотя сейчас там в основном это будет экономическая война, нужно инвестировать в активы и иметь возможности, искать возможности, потому что они будут появляться, рынок будет очищаться. Да, зайти в определенную нишу, это открыть определенный бизнес, да, вовремя, скажем так, воспользоваться историей и потом на развороте вместе с трендом растущим пойти наверх. Но пока я думаю, что нас ждут турбулентные времена. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.